Пятый день в Национальном теннисном центре Шымкента соревнуются именитые спортсмены со всего мира. В городе проходит турнир Beeline Challenger 80. Участие в нем принимают игроки топ-300 мирового рейтинга. Игроки давно ждали соревнования подобного уровня, но из-за пандемии они в Казахстане не проводились. Казахстан представляют именитые спортсмены Денис Евсеев, Достанбек Ташбулатов, Тимур Мауленов, Никита Сидоров, Аслан Тимерлан и другие. На кортах Национального теннисного центра проходят соревнования как в одиночном, так и парном разряде. Нашим теннисистам занять призовые места пока не удалось, но у них еще есть шансы показать себя. Сразу за этим турниром пройдет второй BTV 80 Challenger. Общий призовой фонд состязаний составляет больше 106 тысяч долларов. Эти турниры очень важны, то есть каждый шаг для каждой страны и для каждого спортсмена. Каждый шаг на этом турнире действительно приносит свои результаты. Они зарабатывают наменные очки в течение года, аккумулировав это все в одно, могут занять определенную более высокую позицию на следующий год. Для Шымкента это не первый раз такой турнир, и, как вы видите, все организовано на высоком профессиональном уровне.